например, из Киева или Львова, но вот дорогу туда уже придется оплачивать самостоятельно. Подобная ситуация сегодня в Днепропетровске. Там было запланировано более 10 рейсов в Украину и в Европу. Все они также отменены. И некоторые авиакомпании успели сообщить людям о том, что их рейс отменен, но только тем, кто регистрировался онлайн, потому что сообщали по электронке. Однако в Днепре ситуация несколько лучше, чем в Харькове, поскольку там предлагают организованно на автобусах переехать в другой город, откуда люди смогут улететь. А сейчас придет автобус, нас будут забирать на Одессу, в Израиль, через Одессу. Но интернет уже просто разрывается от версий, почему госавиаслужба закрыла небо над тремя городами. Самое популярное, будто в Харькове, Днепропетровске и Запорожье будут садиться самолеты НАТО с военной техникой. И якобы в Запорожье такой борт уже приземлился. Дима. Спасибо большое.